расскажите, пожалуйста, как развивается наука на Северном Кавказе? На Кавказе есть несколько прекрасных университетов. Я бы отметил университет, который я очень хорошо знаю, Кабардино-Балкарский университет. Там замечательный ректор Борис Бейсулейманович Карамурза. И в этом университете я бывал там на их выставках, таких инновационных. Очень много хороших открытий, хороших есть экспозиций и хорошие результаты. Мы с ними связаны исследованиями по горной тематике. У нас на Эльбрусе есть станция, где мы проводим совместные работы. Это географы, физики, связанные с наблюдениями или там, исследованием частиц. Есть и другие университеты очень сильные, в Дагестане и, конечно, в Северной Осетии неплохой университет. Но, естественно, по ряду причин надо поддерживать развитие университета в регионах. Ведь это не только университет, это больше, чем университет. Это центр культуры. И это скрепа региона. Это скрепа, объединяющая регионы с Россией. И, безусловно, нужно иметь особую программу и, по крайней мере, уделять особое внимание развитию университета Северного Кавказа. Какие существуют научные проекты и научные связи со странами Южного Кавказа? С Абхазией у нас, так вышло, у нас там очень хорошие отношения и договор с Ухумским университетом. Там очень наша база мощная с Ухуми. С Азербайджаном у нас филиал Московского университета в Баку. Один из мощных филиалов Московского университета, и я на днях полечу в Баку. Мы открываем филиал в Ереване, и это будет еще одна точка. Готовы налаживать отношения с другими странами, в том числе и с Грузией.